И всем привет, с вами Расти, и сегодня мы будем начинать играть в Руст. Сегодня мы будем играть в Руст, и о чем эта игра? Это такая более приключенческая, какая-то выживательная игрушка, да, в которой вот есть такие всякие сундучки, у них всякие стрелы, и ты как бы ходишь и все это подбираешь, и как бы крафтишь. Давай! Пожалуйста, меня сейчас радиация убьет, но... да, тут есть радиация в игре. Это... Ну, она более таких зонах, где жили люди. Это, ну, примерно что-то такое. Да. Что еще? Да, тут есть всякие постройки, так как это серф. Тут нету, как бы... Нету одиночной игры, в которой ты мог бы поиграть. И... Без всяких домов. То есть тут даже двери не открываются. Людей, и как бы это твой дом, где никто не может зайти, значит это твой дом примерно. Так, ну что у нас есть? У нас есть в начале рок, ну это камень в руках, как я его называю. Я еще где-то нашел камень, камень он вроде бы, только после, ну ты умираешь, как бы, если у тебя все тут отнимается, появляется такой твой рюкзачок, и как бы рюкзачок, и в нем как бы твои вещи. Вот эти вот все. Да. Ну, и что ж. Ну, да, тут надо выживать, строить свой дом. И мы с другом играем на этом сервере. Я никак его найти не могу. Да, в этом проблема вся. Вот, видите, тут ходишь по всяким... Это сгенерированное здание мы называем, потому что... Так, как бы это забрать? Вот, оно не стакается... Сейчас я посмотрю, как-то странно. Ну, окей. Если ты так не хочешь, то... Ну, ладно. Так, ну, давайте... Нам надо где-нибудь построиться, а потом уже можно гулять на всю катушку, прямо бухать, прямо играть. Тут, ну, для начала воздается камень, как я говорил, факел на 250, как бы, заряда он тратится, да. И... Ну, и можно вот так вот эпично светить, то есть графон неплохой для альфы. Дробовик без патронов, да. Это есть такое, так как во всех оружиях вначале один патрон. Вот. Что еще? Тут есть еда, вот мы можем нажать на 6 и поесть. У вас восстановится фуд, редс, это радиация, как я понимаю. Ну или что-то типа того, вообще очень похоже. Так. Нет, ничего. Да, тут есть люди, кстати, на сервере. Я уже встречал. Для дробовика я думаю потом сделать себе патрон. И это будет как эпик. Эпик там вроде кто-то за кем-то бежит. Да, там кто-то за кем-то бежит. Пойдем поможем. Ну или нас убьют, мне как-то насрать. Да, побежали. Там кто-то стрелял. Ууу. Если что, я быстро ем или сваливаю. Или... Что-нибудь типа того. Вот Леха Let the game. Ну, если что, я тоже сразу включаюсь, потому что я не хочу проебать что-то. Так. В кого стреляют? Чё, в кого стреляем, мудачки? Уходим, Эки, уходим. Так, Эки. Так, надо как-нибудь тут. Странно, у меня завис. Да нет, он... Уходим! Так, уходим. Так, давай. Хреник тебе, хреник, ты не умеешь. Давай в жопу ему! Да ладно, молодец. Так, сейчас мы этого убьем. Умирай! Давай, красавчик. Не надо, я ухожу уже. Все, окей. Ну, мы помогли чувачку. Пойдемте где-нибудь, не знаю, даже поселиться. Сейчас я... У тебя какой топор? Каменный. Так, каменный. Да, мне нравится каменный, извини, но мне... Не надо, не направляй на меня всякое дерьмо, которое мне не очень нравится. Так, на... О. Нет, не надо, я сам хотел как бы... Не надо...
Так, сейчас не надо так, сам попробую добыть. Надо я сам попробую добыть. Так, он мне кинул, нет, у меня вроде бы не надо, я сам попробую добыть. И что ж, да, он мне вроде ничего не кинул, я тут буду бегать где-нибудь. На, хоть металл есть, у меня есть у меня. Все, у меня есть металл, понял? Все. И поверну на ту гору, я хочу на той горе где-нибудь поселиться, чтобы было круто, как-то я мог на горы смотреть. И да. Как делать? Как делай? Вроде в печи. Ну да, тут, ну как бы общительные такие люди, мне прямо понравилось, люди, которые играют Rust, это какие-то там very школьники, это уже какие-то пропоченные люди, которые, я не поведу. Окей, что тут делать? Окей, уходим, так просто убегаем, это, я про фрагменты. Он медведь завалил, отлично. Что-то другое. Уходим. 6. Почти убил, сучка. 2. Так, ну ладно, 6. Вот у меня теперь хп поднялось, то эти аптечку еще. От удара медведя не сильно так умер. Пойду поселюсь на скалу. Так, сейчас. Куда залез? Мишенька, медведь, научи меня пердеть. Все, уходим. Так, все, уходим. Джорнима. Так, тихо, все, супер. Оф, мы выжили. Да, это даже круто. Ну уйди ты от меня, медведь! Он слишком хардкорный. А зачем ты? Не будешь с него что-нибудь брать? Окей. Вы тут. Короче, на. Не надо. Все, не надо. Хороший чувак, но не надо. Пожалуйста, я буду один. Он Ливан, не надо. Все, я тут буду где-нибудь селиться даже. Нет, не надо. Да что такое уже? Иди за мной, мне страшно. Так, ну тут мы были, да. Долго респавнятся все эти фигни. Ну, там есть сейчас сульфур. Да, сейчас. Да. Так, сейчас, давайте, если ему надо камней, то мы ему можем дать камней. Держи. Так, сейчас таб и, ну, вот этого снифт, и этого снифт. Все. Я не знаю, откуда он добыл уже, как бы, эту хрень, что у него там. Собака пищит какая-то. Блин, мало. Ладно, держи еще. Все. Больше нет. Больше нет. Так, ну пойдемте вон на ту скалу. Тоже там долго. А хотя нет, может, не он сейчас. Так, тут курица где-то. Я не вижу просто. Тут животных довольно мало, это печально. Можно потом увидеть и пошли покажу где. Окей. Ну пошли, если уж. Гоу. Ну да, так прикольно, с кем-то уже. Пошли, погнали. Мне нравится, что ты на меня так ствол наводишь, у тебя еще патроны есть. Нет, не надо. Нет.
пошли. Та-та-та-да, пам, па-па-па-па, пам. Он такой с пакетом бежит. Он реально с пакетом бежит? Воу, круто. Воу, круто. Круче. Ну и что? Так, ну я думал, мы где-нибудь тут поспим, чтобы быстренько тут зачекпоинтиться, если чё. Так, мы быстро тут поспим. Пикап. Ну и да, вроде бы всё. Тут быстро поспали. Пошли, окей. Меня пока ничего не надо переплавлять, если не... Просто как бы... Чё ты пишешь? Чё ты пишешь? Окей, я пошёл, давай. Окей, я пойду. Давай, я пойду поселюсь на горе. Окей, чё? Hello, bitch. Hello. Только идиот! Тет-тет-тет-тет-тет. Да, давайте добудем это. Пускай. Кровь? Из него кровь дается? Это довольно много из него удалось, знаете. Лоу. Окей, он что-то поставил. Так, у меня блуд. 70 кожи было. Неплохо из него дали. Дали-то. Не, я... Живе. Не, я... На горе хотел. Что сделать? Че поселиться хотел? Не, на горе-то поселиться хотел. На горе-то и поселиться хотел. Че я жить тут буду? Это же... Вот, кстати, это... Олень! Пич! Бежим за оленем, хотя ладно. Так, ну, на горе... Пока что... Не, я... На горе! Понимаешь ты? На горе, блин. Ну, сори. Быстренько по дереву порубим. Как он тоже бомж или нет? Вот он вроде не бомж, а я бомж. Так, ну тут какой-то домик тоже. Ну, сори, я просто на горе. Я буду навещать тебя. Как-нибудь. Мне нравится уже. Он, ну, добрый пацан, да. Хорош. Я бы пытался убить со своим пистолетом какого-то нуба с топором и дробашом. Ну, ладно. Я бы точно пытался убить. Вот просто... Он легко... Про точно хотел бы убить его. Тут музыка такая страшная. Да, последний релиз, кстати, был... Недавно... Да, сегодня какое? Сегодня. А, ну тут время показывается, да? Окей, ну, последний релиз был недавно, так что игра довольно новая. Компот мой довольно новый, так что все, пока супер, мы продвигаемся на эту гору. Если там не будет холодно, я забрался на эту гору и вижу теперь все владения. Бэч! Йоу, бэч такой. О, да, тут кто-то оселился. Тут кто-то жил уже, блин. Тут кто-то жил? То есть я думал, что я почти как первопроходец буду Робинзон Крузо. Окей, так, ну... Значит, вот она дорога, да? Давайте тут свой дом поставим, я думаю. А что, кстати, с армором? А, то есть это инвентарь открывать. Это все открывать, то есть это открыто. Ну, давайте вот армор мы скроем, чтобы... Бандаж. Чего делается бандаж? Кло? Ну, неплохо. Давайте скроем. Ну, да. Тут, конечно же, по времени они крафтятся. Всякие револьверы, луки. Кстати, хачет... Металл фрагмент? Воу, я могу скрафтить топор нормальный. Револьвер, металл фрагменты. Так, какой-то. Вот мой, кстати. Крафтится, но металл фрагмент нужен больше. Клоудс хелмет. Вау! Я могу клоудс хелмет сделать. Вау, круто. Наверное, можно сделать. Я как бы не вижу сильно препятствий, но пока что не хочется. Окей, так. Вот бланксы, маленькие какие-то слэши. Странно,
кровать нормальная. Нужно много металл-фрагмента. Воркбенч. Не получится сделать воркбенч временно. Так, ну... Что нам тут надо? Кэмпфайр. Кэмпфайр точно зарубить надо, потому что без кэмпфайра трудно. Только что... У меня дверь, кстати, есть откуда-то. Ну, да, я развивался без вас, но мы развивались с другом, поэтому я не хочу этот сервер бросать и вообще. Так, ну, камешки есть, так отлично. Так, факел, как делается факел? 5 вуда! Факел делается из 5 грёбаных вуда, это же круто. Так... Это вот делается трудно довольно, но ничего. Так, тогда мы сделаем сейчас себе быстренько боксы. У нас нету боксов, да? Но ничего, это исправится. И вот этих, наверное, плюс 102 сделаем, чтобы в одном хранились мои вещи, а в другом я смог поспать. Да, супер. И теперь что у нас тут? Чё-чё-чё, металл-фрагменты. Так, отлично. Ну, да, 44 секунды. Мы, кстати, ходим медленно из-за этого. Так, ну, я могу что-то делать. Пока. Да, грустновато, бич, но все равно как-то круто даже. Даже круто, такой вид отличный, все так прямо отлично. Мне бы еще узнать, как гампаудер делается. Гампаудер делается из вуда! Один гампаудер. Очень круто, да. Очень круто, один гампаудер. А из... Нет. Да, вот. Мэл смеш. Что? Так, сейчас. Гампаудер, вот, 5. Нужно... Один камень и... 5 гампаудера, да? А один гампаудер это салафур и уголь. Да неплохо, знаете, ради охоты можно как бы на это и пойти. Это отлично. Так, сейчас мы вот это вот сюда переставляем и вот это ставим. Да? Ну, быстренько как-нибудь вот, ну, не знаю, как-нибудь покрасивше бы. Знаете, покрасивше, все любят покрасивше. Так, раз, и так как-нибудь оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Сюда 2. Да, отлично. Так, ну, во-первых, нам тогда еще надо сделать workbench. Нам нужен... Камня нету. Да, камня нету. Это плохо. Так, значит, вот это переносим вот сюда. Это можно быстренько на четверочку поставить. Вот сюда, скажем. Ну и раздуть. Нет, не надо пока раздувать. Потом, если потом что-нибудь будет, то мы как-нибудь тут что-нибудь сделаем. А хотя, давайте, чё уж... Давай, use. Open. Так, теперь open. И все, тут есть уголь, и мы сюда ставим наше мяско. Да, и тут в кук это ставим, все. Но тут как бы кукается. Вот это вот можно нажать на smelt, и еще разок, скажем, на smelt, и еще разок. То есть это как бы разделение на 2. Такое. Если этим делением на 2, у нас получается примерно нужное нам количество, и мы оставляем это. То есть потом даже уголь тут останется, не то что там в Майнкрафте тратится как-то, это все странно. И да, это все круто даже. Тут у нас дверь. Наверное, дверь у нас будет, где ящики будут храниться, а тут у нас где-нибудь ящики будут храниться. Так вот поставим, и ёп, примерно все, дверь есть, все сюда можно ставить отличные ящики, да. Что еще? Можно палатку сделать. Не знаю, зачем нам палатка. Она меньше дерева требует. Окей, вот. Оранж. Ну, короче, боксы. Давайте сделаем 2 хотя бы. Крафт. Тоже довольно много времени, но все равно это как бы пригодится. Потом. Ночи нету. Я думаю, пока что спать не надо. Но можно разместить тут вот так вот как-нибудь кровать. Вот. Пикап. Капикакс. И еще раз может развестить. Так, 6. Ёп. Не, она забирается, это странно. Я не уверен, смогу ли я тут зареспавниться. Так, 6. Давай. Оп.
все, я там домик построил, ура! Ну, это маленькие домики, как бы они не имеют смысла. Ладно, ну что ж, у нас вот тут есть какое-то уже свое селение. То есть, да, потом я буду по мере игры с вами узнавать что-то, открывать что-то. И да, вот у нас уже есть уголь, который не знаю зачем, но можно его с гампаудера из него делать, и это довольно круто. Так, ну, пушку, надо положить пушку, просто надо положить пушку, это как главное. Так, ну, если что, металл-фрагмент мы можем чуваку отдать. 6 на 6, шестерочка. Так, как-нибудь. Оп! Оп! Вот, у нас уже 2 таких ящика, в которые мы можем так, хоп... Стрелы мне, например, хочется положить. Да, это чуть-чуть странно выглядит. Тут это вот вообще не надо. Мне хочется металл положить, но я его... Ладно, положу, наверное. Потому что пока не надо. Так, сулфар, это как бы что-то типа... Какой-то... Хрень, не помню, как это называется, но... Короче, какой-то типа песка. Ну, нет, сера, да, это сера называется. Да, это называется сера. Так, ну дерево, я думаю, мне не страшно потерять. Вот кровь довольно редкая. Вот эта хрень довольно дорогая, если ее делать. Но я нашел, да. Так, вот это. Это, похоже, не мои, и мои, как бы, они как-то сортируются, что я умирал и подобрал у себя. Всякое такое. Так, патроны. 9-9 ама. Ну, я думаю, чуваку этому отдать, потому что мне они не нужны. Да, Animal Fat тоже положим. Торч, ну торч мне, да, сильно, да ёб не нужен, но мы можем вот эти как бы положить сюда, а вот эти как бы положить вот сюда. Да, руку с камнем мне вообще никуда не пригодится, и все, да. Ну, тут дверь можно сделать, кстати. Можно. Крафтинг опять нажимаем. Ну, если у вас разрешение неправильное, то вот этого верхнего не будет, так, как я уже говорил. Так, вот, это... Ну, я все попробую потом сделать, конечно же. Только тут... Тут мне нужно... Ну, да, тут я знаю примерно, как ее сделать просто. Не хочу. Да, еще дверь хотел сделать. Одну. Крафт, и у нас уже почти что не остается никаких материалов. Поэтому мы... О, кстати, мне надо... Черт. Подойти сюда, скажем... И положить их. Ну, можно ради прикола и камень положить, потому что я боюсь его потерять. Скорее всего, в том походе к чуваку я сдохну. Либо постараюсь на него напасть. Я могу на него напасть, потому что я как убиватель, агибатор и всякое такое. Но, по идее, он меня просто выстрелит и убьет. И все, я играю. Понимаете? Да. Что еще? Что еще? Да, дверь сделалась, кстати, можно ее уже взять, нажать на двоечку, и опять же вот сюда вот отвести, и все. И мы там как бы поспали внутри. Странно открывается, ну ладно. Все, то есть это закрываем, это тоже можно закрыть по приколу. Это можно, ну как бы, нажали и open. Ну вот, тут уголь тоже есть, и еда есть, так что все. Мы можем спокойно спускаться и идти к этому чувачку, чтобы поболтать с ним. Блин, я нечаянно поел, извиняюсь, но... Это я не хотел делать. Да, кстати, с горы он сбегает быстрее как-то. Да, с броней все это круче, но я боюсь просрать эту броню. Потому что мне очень не хочется ее как-то... Ее как-то делать. Потому что, ну, если я один раз просто просру эту броню, то мне будет очень грустно. Да, грустно, что я потерял ее. Но, наверное, я подойду к нему и попробую с ним поговорить уже по микрофону. Потому что, ну, мы уже довольно долго общаемся. Да, дайте. Так, ну, еды пока что мне не занимать. Курица. Пойти надо убить тех медведей, которых он убивал. Ведь ему это не надо, а мне это как раз очень сильно надо бы. Кстати, да. Сульфар, вот камни металлическая, да, и всякое такое. Так, что у нас тут? Воу, круто, сразу 2.
пакета. Оп. Топор! Это топор! Это же топор! У меня теперь более сильное оружие, кстати, есть. Ой, я нашел топор. Сколько? Сколько? Но... Ну, неплохая довольно скорость, так что... Все супер. Так. Сейчас. Так, он тут? Где он вообще живет? Тут живет где-то? Страшно. Так, ладно, сейчас быстро. Нет, ладно, никак не получается тут пробраться, забраться или что-нибудь типа того. Игры, кстати, можно как-нибудь попробовать застроить. Вот, еда. Прямо мне очень надо. Так, тут хорошо так жить. Спустился, тут бревнышек забрал, и все супер. Так, ну тут больше вроде ничего нету, да? Так. Дверь выламывает. Чувак, патроны нужны? Патроны. Патроны. Надо? Надо. Для чего? Держи. Срать. Посмотри. Посмотри, я не разбираюсь. Все, давай. Бывай, чувак, на... Да нахер мне. Нахер мне. Я как бы сам... Чё это? Это сонал медик? А, он мне аптечки дал. Тинкс. Чё ты там сломать пытаешься? Не круто сломать. Так, ну... О, тут ещё ящик, во! Ящик, медпакеты, все, берем. А, это он мне два дал. Кстати, нужны фрагменты. Сейчас. Блин, я это все писал неправильно. Что он там нашел? Хоп. Ты взял. Да ладно, фигня. Не, мне не надо. Извини, я тут всего взял. Мне нужны. Ладно, побежали домой. Все, беги. Не, беги. Эва, беги, лутай. Не, мне лутать нету смысла, извини. Но дверь можно сломать теперь, я понял это. Что? Вот 10 гампаудеров мне это надо. Боджоп. Окей, я что-то подобрал там, нифиговастое, но ладно. Я не сильно хочу лутать, так что мне нету смысла грабить каких-то нубов и из-за этого получать какую-то выгоду. Я просто побегу к себе домой. Да, я так и сделаю. Да, полутал тут чуть-чуть, побежал домой. Факел могу потратить спокойно. Дерево добыть. Кстати, меньше отнимает голода. Да, все, у дерева кончилось дерево. Офигеть. Ну да, так бывает. Так, сейчас мы побежим. И домой мы прибежим. Так, ну медведя я уже лутать не хочу, потому что как-то мы с этим чувачком разыгрались. И я уже подумываю то, что надо перестраиваться поближе. Так, еще медпакеты какие-то. Не знаю. А, стоп, почему? Не могу взять. Так, кстати, у меня есть такой Хард Конан. Буду так его называть. Хард Конан. Сколько у него дэмэдж? Дэмэдж 180, вау.
Ранг 20. Неплохо, неплохо так. Довольно. Довольно круто. А вот там пошлите. Пошлите. О, лук! Вау, лук! Круть! Я лук нашел. Можно потом пострелять, но я лучше оставлю это на потом. Да, когда в ценных едешь в каких-нибудь условиях. Я уже меньше стал умирать под каких-нибудь медведей. Да. Кстати, нужно лук перетащить, чтобы... Как бы... Лучше даже вот так, наверное, сделать, потому что... Так. No arrows. Окей, no arrows. Это так... Хандыхох! Хандыхох. Ну, тут он не целится, то есть это проблема такая. Так, я могу выкинуть, скажем, Q, как мания. Там Т, как в террарии. Нет, я не могу. Выкинуть, С. Можно мне где-нибудь ночевать? Надо к себе на гору бежать, чтобы там все оставить. Быстренько поспать, наверное. Да, давайте там пока побудем. Там как-то безопаснее, мне кажется. Потому что тут совсем, ну, безопасно. Безопасно. Ладно, давайте пойдем. Оп, 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 оп. Как бы сюда забраться, никто мне не поможет, не. Ну да, то есть я вроде всего два человека, потому что больше никого не смог найти и в чате не смог увидеть. Да, мы с другом Артуром играли, просто не могли друг друга найти, в этом была проблема вся. Да, вот. Давайте побежали. Игра довольно затягивает, заманивает и заставляет себя как-то жить в себе, играть в себе и вообще всяко наркоманить себя. Так, я где-то на камешках каких-то. Так, все, я на камешках. Тут до сих пор мой костер горит. Вау. Круто. Use open. Вот, у меня уже куча угля. Да, это мне пригодится. И куча мне еды. Которая мне тоже довольно пригодится. Так, ну... Ганпаудер можно смешать с камешками. Так, ну, пикап. Давайте ее опять тут сюда поставим, чтобы как бы... Ну, не знаю я, как она работает, да. Просто буду ее оставлять. Так, четверочка. Да, конечно, можно ее на потолок как-нибудь прикрепить, но это бы было неправильно по отношению к кровати. Чус. Опан. Давайте сюда уже сложим, потому что места маловато. Лук. Вот это с одним патроном. Конечно же. Ну, вот это вот все у нас есть в другом. Поэтому мы заходим в другой. Пытаемся ложить какие-то медпакеты, которые не хотят ложиться. Вот почему ты не ложишься, мудак? Почему? А, они по 5 стакаются. Парень, ты где? На горе. На горе? На горе? Около тебя есть. Около тебя есть гора, чувак. Это круто. Да, они по 5 стакаются. Круто. Так. На горе. Так, это вот можно сюда. У меня места маловато, так что мы как-нибудь это все поставим. Но я думаю, вот это будет помочь. Да нет, да нет, да. Да нет, да нет, я справляюсь. Я справляюсь. Так. Так, 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 так. Что бы еще у нас положить? Вот это можно положить уже реально. Вот это можно положить сюда. Вот это дерьмо не знаю зачем положить. Да ладно. Да ладно. Так, да ладно, чувак. Да, ладно, надо спускаться к нему, по-моему. Ой, что-то тут странное какое-то у меня. Сундук, ну, гауфпаудер сюда, конечно же. У тебя топор. Это ты нашел? Сейчас мы ответим, что да, я нашел. Да. Так.
Дерево. Я возьму с собой дерево. Люблю носить с собой всякое дерево. Дерево. Не, мне больше нравится все-таки этот первый, который. Он быстро так долбашит. Так, ладно. Ладно. Мне делать нефиг, но окей, я к тебе бегу. Так, сейчас факел надо выбрать, факел. Да, ты просто... Факел сейчас. Так. Не вижу. Так, окей. Ну и что? Сейчас мы быстро ложим и быстро идем к нему. Так, ну я не боюсь за свои вещи, он добрый. Так что эхот. Шавлайер. Что? Я даже не знаю, где я нахожусь. Какой шавлайер? Я прислушиваюсь. Я стараюсь прислушаться. Это Сан-Франциско. Город стилидиска. Окей. Кого? Меня ударил? Окей. Я иду. Может, меня костер ударил? Не, ну ангар хороший, реально, я думал, около него поселиться. Но как-то не очень мне эта идея все равно. Ой, лагает, да? Так лагает. Все, побежали. Но тут все равно навеки останется мой дом. Да. Так что. Его брать уже никак вроде бы. Ну, пацан налутался хорошо в том маленьком домишке. И окей, так мы куда-то идем. Иду сам не знаю куда, еще то не знаю что. Надеюсь, тут нету зомби. Но они тут есть в игре. Были, по крайней мере, в более ранней альфе. Сейчас я не уверен. Так. Что-нибудь тут эпичное мне. О, патроны! Патрон для дробаша. Чуваки, я нашел патрон для дробаша. Я могу всех вас расстрелять нахер. Найдите это. Так, ты где? Сейчас. Сейчас тут медведь. Каком-то... Миша. Так, окей. Так, сейчас мы... Это Сан-Франциско, город стиле-диск. Я могу торчи из крафта. Нет, смотри. И сюда я его убью. Не, я разбираюсь. Я почти разрубил. Так, Миша. Миша, побежали! Побежали от Миши! Все, Миша. Ладно, ну что ж, он отстал, походу. Так что мы прибегаем быстро. Берем свой топорик прикольный. Бля, убивай это говно! Убивай это говно. Так, Миша. Ты ему в хэдшот выстрелил! Уходим. Стреляй ему в зад!
Все, молодец. Молодец. Держ. 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 Булеты. Булеты. Какие? Я не знаю, что там написал. Окей, не бьется что-то. Пошли отсюда. Не наводи так, что это? Что это? Шипит. Окей, где живешь? Там далеко. Так, на той... Боже мой, да что такое? Там где-то... Окей. Окей. Погнали. Так. Ну, как-нибудь у меня факела нет еще. Я позырю. Так, факел. Торчи. Нету Ларер Грен Фуэл. Надо. Такое же. Ладно, погнали, вот горка, и я тоже... Ладно, на этом мы, наверное, закончим. Так что всем спасибо, всем пока, в следующей части мы продолжим. Давайте, ребят, удачи, пока-пока, ребят.